Туберкулез – широко распространенное в мире инфекционное заболевание. Обычно оно поражает легкие, реже затрагивает другие органы. Заболевание передается воздушно-капельным путем и чаще всего протекает бессимптомно, но в конечном итоге переходит в активную форму. Чтобы вовремя обнаружить болезнь, необходимо ежегодно делать флюорографию. Для упрощения процедуры по региону ездит передвижной флюорограф. Ну, мы хотим, чтобы как можно больше людей сегодня прошло вот это обследование, потому что туберкулез, к сожалению, сейчас у нас, в общем-то, пока еще не побежден. И есть очень много случаев с заражением открытым туберкулезом. Выявить его, к сожалению, совершенно непросто. Бывают такие случаи, когда лечат ОРВИ, а он прогрессирует. И в поздней стадии, оказывается, лечить очень сложно. Для прохождения обследования необходим только паспорт и несколько минут свободного времени. Мы проводим профилактическую флюорографию на малодозовом цифровом флюорографе. Население города Ульяновска может прийти к нам и пройти флюорографию. Все проходит достаточно быстро. Человек должен прийти с паспортом, заходит, раздевается, проходит флюорографию. Результат мы отдаем сразу. Удобство передвижного флюорографа оценили и сами пациенты. Желающих на процедуру выстроилась целая очередь. В среднем за выезд сотрудники передвижного флюорографа обслуживают около 100 пациентов. Не всегда есть время, чтобы дойти до своей поликлиники родной, потому что работаю. А тут как раз на работе дали время, перерыв. Все вот дружной толпой сюда и флюорографироваться. Волонтеры Красного Креста каждому пришедшему на процедуру выдают информационные материалы. Там рассказывается о туберкулезе, о его распространении, симптомах и лечении. В следующий раз посетить передвижной флюорограф можно будет на улице Гончарова около Центрального дома быта 21 марта с 9 утра до 14:00. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.